Доброго вечора, шановні наші телеглядачі. В ефірі програма «Гаряча лінія» в студії Наталі Якобсон. І сьогодні ми будемо обговорювати гарячу тему з нашим гостем. Це Микола Кравченко, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Добрий вечір. А що за гаряча тема? Це, звичайно, фестиваль «Homo Ludens». Не просто фестиваль, це 10-й ювілейний сезон фестивалю. І отже, хотілося б, звичайно, дізнатися якісь подробиці, але спочатку якесь вступне слово з вашого боку. Ну, добрий вечір, дорогі миколаївці. Добрий вечір, жителі Миколаївської області. Я рад вас приветствовать этим мягким осенним вечером. Закончилось лето, закончилась жаркая погода, времена отпусков, и мы начинаем традиционно театральный сезон и открываем фестиваль уже в 10-й раз, фестиваль международного черноморского клуба «Homo Ludens. Человек играющий». Ну вот где-то вот такое вступление. Устраивает вас? Устраивает. И на початку, традиционно перед открытием фестиваля, вы открываете еще и театральный сезон. Да. Какие сюрпризы ожидают? Чи не будем открывать завесу? Чи можете что-то рассказать? Ну, видите ли, сюрприз. Что такое сюрприз для зрителей театральных? Театральный зритель приходит в театр для того, чтобы общаться со своими любимыми актерами, для того, чтобы увидеть свою любимую пьесу, для того, чтобы увидеть то, чего он еще не видел, и говорить о чем-то таком, что совершенно неожиданно выскочит из табакерки, ну, не хотелось бы, а наша работа постоянная, ежедневная, ежечасная работа – это доводить себя до такого уровня, чтобы зрителям, которые придут в зрительный зал, было не скучно, чтобы они понимали, что они находятся, живут в городе с хорошими театральными традициями, с хорошими театральными труппами, с высокопрофессиональными актерами, с высокопрофессиональными режиссерами, художниками, художниками по костюмам, ну и всеми теми людьми, которые заняты в постановке спектакля. Вот об этом хочется говорить. Хотя я вам скажу, что театральная жизнь, ведь она не является чем-то таким конечным. Вот мы стремимся к чему-то, и мы уже его достигли. Мы достигли какого-то неимоверно высокого результата, и нам можно уже останавливаться. Нет, как и жизнь, театр – это всего лишь движение, всего лишь стремление к чему-то очень, очень высокому, к чему-то очень значительному, но как бы самой высокой точки пока еще никто не достиг. Мы идем к ней. Відомо, що цього року фестиваль «Homo Ludens» змінив свій статус, так, ще минулого року він був міжнародним, а в цьому році вже трошки менше колективів беруть в ньому участь. Чому? В чому причина? Ви знаєте, ну, не хотіли б об этом говорити, но ви задали вопрос, і я вынужден отвечать. Причина в том, что вот как бы управление культуры боролось, яростно боролось с этим фестивалем и борется до сих пор. И несмотря на то, что фестиваль посвящен 160-летию со дня рождения Ивана Франка, и в общем-то я думаю, что и управление, и облгосадминистрация, областной совет, и все здравомыслящие люди вот, должны были помогать, способствовать проведению этого фестиваля. А нет, ничего подобного не случилось, и управление культуры тормозило, и до сих пор тормозит проведение фестиваля, потому что 2,5 месяца назад я направил письмо для того, чтобы подписали положение о театре и приказ, и я до сих пор не получил ответа, до сих пор. Осталось 3 дня до открытия сезона, до открытия фестиваля. Ну вот, вот какая-то вот такая агония идет в наших властных структурах, они пытаются утянуть за собой в небытие, то есть вот там есть какие-то проблемы,
И они пытаются утянуть за собой то, что еще живое, то, что может радовать зрителя, то, что может доставлять удовольствие, то, что может воспитывать детей, то, что может учить чему-то хорошему. Вот какие-то странные вещи, казалось бы, все то, что является настройкой над этим работающим коллективом, оно должно способствовать продвижению того продукта, который есть. Но получается наоборот, какая-то зависть, какое-то непонятное отношение. Вот скажите, пожалуйста, ну неужели фестиваль, посвященный творчеству Ивана Франка, с показом его пьес, с рассказом о нем, не является лучшей формой взаимопонимания между всеми регионами нашего государства? Ну, я вам можу відповісти, що ми обов'язково на цю саму програму «Гарячу лінію» запросимо когось із управління культури, обов'язково поставимо їм ці питання. Ну, понимаете, если бы вы пригласили меня и вместе с ними, то, наверное, разговор был бы более серьезный. Почему? Потому что они будут рассказывать, что вот там была запятая не там поставлена, и два месяца не могли разобраться, где поставлена запятая. А на самом деле это обыкновенный саботаж, обыкновенное создание помех для того, чтобы театр, не работал нормально. И вы знаете, что это не сегодня началось, это началось гораздо раньше, и уже были попытки просто смести театр посредством размещения филармонии, и я не дал этого. Как это так может чиновник перенести, что его приказ не выполнили? Как он, конечно же, будет вредить любыми способами. Конечно, это деструктивно, это обидно, что у нас есть такие управленцы. Ну, что делать? Надо терпеть. Было и хуже. Перетерпим, переживем и это. Слава Богу, коллектив здоровый, коллектив на очень высоком творческом уровне, поэтому вот как бы такие мелкие подлые вещи, которые там происходят со стороны этих чиновников, управленцев, ну, они мало на что влияют. И на счастье фестиваль так и на счастье будет. Фестиваль так, состоится, хотя, в общем-то, достаточно сложно это было. Я вам серьезно говорю, я только сегодня у нас какое число? 27-е, да? 27-е число. Через 3 дня начинается фестиваль, и только сегодня в 10 часов я взял приказ и могу уже работать с другими организациями, потому что, к примеру, городское управление культуры, которое тоже может помогать содействовать проведению этого фестиваля, ему нужен документ. А документ должен был подписан в областном управлении культуры. А там вот только сегодня утром удосужились. Но ничего, уважаемые жители города Николаев, уважаемые николаевцы, я вам даю гарантию, что все, что намечено, все произойдет. И те люди, которые ходят и кричат, что они патриоты Украины, а запрещают проводить фестиваль, посвященные творчеству Франка, я думаю, что это самые большие преступники в нашем государстве, потому что есть безусловные вещи, вокруг которых должно объединяться гражданское общество. Это литература, культура, музыка, живопись, скульптура. Это те вещи, которые не требуют дополнительного осмысления и бесспорны. Они являются душой, они являются основой взаимоотношений между людьми. Что, то есть они называются общим словом культура. А вот как раз культуру уничтожает управление культуры. Вот вам как-то грустно. О чем же он говорит, да? Хотелось бы о чем-то веселом. Ну вот как бы о веселом.
Микола Антонович, дивіться, минулого року фестиваль мав направлення Шевченківську. Так було присвячено Тарасу Григоровичу, його творчості. Цього року Франку, 160 років, ювілей. Як саме буде будуватися фестиваль навколо цієї дати? Ну, я вам скажу, немножко неправильно. Mm-hmm. В 2015 году ми не посвящали нікому фестиваль, він просто mm-hmm. був вот такой безымянный, съезжались коллективы со всей Украины, но действительно раньше он был международным, но сейчас вот, ну, обстоятельства такие, ну что делать, мы не выбираем время, в которое мы живем, обстоятельства такие, которые не позволяют многим театрам из многих государств, которые ранее приезжали, вот, к примеру, Турция, вот сомневаются ехать, боятся люди ехать из Молдовы, боятся из Беларуси, боятся ехать из России, их бы никто не пустил бы, вот, и мы собираем театры только из Украины, но это нормально, даже тот формат, в котором мы сейчас работаем, это дает некое движение, дает понимание жителям города Николаева, что же происходит, ну, как бы на театральном фоне Украины. То есть я думаю, что это не бесполезное мероприятие. И действительно, в 2014 году мы посвящали фестиваль творчеству Шевченко, и к нам приезжали театры, которые имеют в репертуаре произведения по его пьесам, по его поэмам. И приезжали театры, которые не умеют, но каким-то образом приближенные к этой теме, к теме гуманизма, к теме как бы понимания вот, и патриотизма, понимания тоже, каким это понимал Шевченко. Вот. В этом году мы посвящаем фестиваль творчеству Франка, и я думаю, что это правильно, ведь обратите внимание, что при всем при том, что мы пытаемся создать единое общество, да, вот, есть попытки, но попытки достаточно неуклюжие, попытки грубые, попытки, связанные с насилием, а вытянуть то, что есть самое лучшее у нашего народа, а это действительно, это его творчество, это его художественное творчество, и показать людям, вот, чем мы живем, вот на основе чего мы можем находить общий язык. У нас нет ни времени, ни денег, ничего нет. Вот вы понимаете, в чем парадокс? Хотя, по большому счету, декларируем все одно и то же. Мы говорим, вот недавно был какой-то там разговор, я на 112-м канале видел месяца 3-4 назад, что надо куда-то ехать за границу. Вот, что мы повезем, чем мы будем... что показывать, чем мы будем там радовать или что будет обозначать нас, Украину, да, обозначать нас как некое такое высокоразвитое общество. И начали думать, культура осталась. Вот ее еще не уничтожили, она еще держится каким-то образом, но это состояние общества, и оно должно удерживаться, даже если сильно его пытаются уничтожить. Тем не менее, у вас есть партнеры фестивалю, хотелось бы зупинитися на них. Я знаю, что это библиотека Кропивницкого Чорноморський державний університет. Да, как да. саме вони допомагають і що проходить на базі цих? Ви знаєте, от странно. Те люди, которые, ну, по своим обязанностям, ну, в общем-то, ну, не слишком должны или не так, как они этим занимаются, вот, я имею в виду фестивалем, творчеством Франко, они очень живо откликаются на эту тему и очень активно участие принимают, потому что, опять-таки, они понимают, что это и есть то, чем надо жить, это то, что надо нести людям, это то, что поможет нам понять друг друга и поможет объединиться. И вот я обратился к профессору Пранкевичу из Чорноморського університету, да. Угу. И человек
совершенно замечательный, очень, очень необычный, одержимый литературой, одержимый знаниями. Он моментально схватился за эту идею, и для него это было просто еще один повод применить себя, один повод еще выразить себя и подключить тех людей, с которыми он работает. И это радует, что при всем при том, что он, в общем-то, ну, как бы, это не основная его тема исследования Иван Франко, но тем не менее, он для меня открыл какие-то вещи. Оказывается, Иван Франко был первым, кто перевел западноевропейскую драматургию на украинский язык. Першим, хто вдало переклав. Да, да. Доступно людям. Неужели это не знак, и неужели не... Да, вот как бы работая в культуре, работая с драматургией, я только, занимаясь фестивалем, узнал о таких вещах. И слава богу, что я узнал. Может быть, поздновато, но все же. И я думаю, что и в нашей литературе, в нашей культуре, в нашем театре для каждого есть найдется... Для каждого найдется то, что он будет открывать. Есть возможность этим заняться. В том числе и библиотека Кропивницкого тоже очень, очень живо откликнулась. И у нас вот на протяжении фестиваля всего 9 дней будет идти фестиваль, но у нас запланировано 21 мероприятие. Они будут проходить и в большом зале, и в малом зале. Вот на втором этаже и совершенно разные формы, совершенно разные темы. Это и Франко как человек искусства и как общественный деятель. Ведь личность-то неоднозначная, мы его не совсем знаем, но мы знаем там по школьным программам что-то. «Украдено счастье», которое, в общем-то, является основной темой для постановок в театрах, ну и там «Камыняр», да, мы это хорошо знаем, потому что в школе это изучали, вот. А у него там очень большая палитра, и жизненная палитра очень интересная, и творческая палитра. Так что я думаю, что должны быть все заинтересованы. И глядачи сможет открыть для себя багато нового. Должно быть всем интересно. Это же то, что является основой духа нашего народа. Нові друзі фестивалю, старі друзі фестивалю, хто братиме участь цього року? Ну, ви знаєте, в этом году у нас тільки один театр буде той, який у нас вже був раніше. Це, ну, я можу сказати нашим зрителям, що фестивалі будуть не тільки произведення Івана Франка або произведення о нем, будут и другие жанры. Почему? Потому что, вот, к примеру, едет к нам театр из Мукачева. 1200 километров они должны проехать. Не знаю, когда они, отчаянные люди, вот, они собираются, но и приглашать их для показа одного спектакля было бы неправильно. Поэтому мы дали им 2 дня, и они будут показывать спектакль «Украдено счастье» и будут показывать спектакль «Эдит Пиаф». То есть он как бы не касается непосредственной темы, но вот касается темы человека творческого. Вот. Дальше у нас идет спектакль. Это тот театр, который у нас ранее бывал на фестивалях. Это муниципальный театр «Верим». Вот, они показывают спектакль «Забыть Герострата». Это хорошая драматургия. Это, в общем-то, для такого серьезного, вдумчивого зрителя достаточно философские вещи. И Григорий Горин, мы его знаем по многим
и киноспектаклям, то есть киносценариям, и по драматическим спектаклям. Это достаточно такой серьезный драматург, очень ироничный. Вот с такой, с особой философией или с особым взглядом на философию. Поэтому я думаю, что разнообразие здесь есть, и могут, и еще один спектакль, вот, собственно говоря, Днепропетровский театр, это один, который уже является нашим постоянным участником, а далее у нас театр из города Коломыя, говорят, очень красивый город, никогда, да, Ивано-Франковская область. Вот, небольшой город, но вот там есть театр и достаточно успешно работает, проводит свой собственный фестиваль у себя в Коломыи, и вот он недавно закончился. Я думаю, что в этой студии мы встретимся и поговорим с нашими гостями. У нас будет театр из Киева, театр имени Франко, приезжает здесь группа для показа, народная артистка Галина Яблонская будет показывать спектакль, то есть, ну, или показываться в роли в спектакле «Самотня леди». Вот. И будет встреча с ней, где она будет работать в своей собственной программе «Ми Иван Франко». Вот. Далее у нас Днепропетровские театры. Вот из Днепропетровска один театр еще, театр имени Шевченко, который никогда не был у нас на фестивале. Они показывают тоже не франковскую пьесу. У них есть «Зона». Драматург Арье есть такой. Вот они недавно показывали у них. Недавно была премьера этого спектакля, и я наслышан, что она произвела очень такой большой шум в Днепропетровске, это явилось событием, и скорее всего, что они предложили это название для того, чтобы, ну, для того, чтобы, ну, делать некую такую интервенцию хорошими спектаклями. И я думаю, что каждый театр хочет показать что-то очень хорошее, если у него есть возможности организационные и финансовые, он хочет показать на других сценах то, что есть. Звичайно, найкраще, це ж фестиваль. Да. Дивіться, а сам наш російський театр, він братиме участь у фестивалі як конкурсант, чи виступатиме майданчиком? Нет. Но мы работаем, мы, во-первых, проводим мероприятия на малой сцене, вернее, не на малой сцене, а в музыкальной гостиной. Мы проводим все вот эти 9 дней, там будут мероприятия, которые мы готовили совместно с библиотекой Кропивницкого. И мы будем показывать эти, моноспектакли или мини-спектакли. Это часовые программы будут. И вот 2 дня мы работаем, но не в рамках конкурсной программы, а просто как участники фестиваля без претензий на какие-то номинации. Мы показываем два таких спектакля. Они называются «Исторический экскурс». Это Иван Франко, «Метець» и «Громадський діяч». Это сценарий был написан у нас в театре, мы это все отрепетировали. Сценарий за якимись історичними довідками, матеріалами? Да. Да, мы работали и с Києво-Могилянской академией, мы работали и с архивами. Там достаточно интересные вещи, я думаю, будут и для взрослых людей, которые, ну, интересуются литературой, творчеством. И я думаю, что для тех людей, которые изучают это все, это тоже некое такое подспорье в изучении творчества Франка. И это немаловажно. И кілька слів про жюри. Вы знаете, жюри в этом году, собственно говоря, это те люди, которые у нас были. И в прошлом году наш неизменный председатель жюри Василий Неволов,
Александр Мардань будет у нас, вот у нас критики из Днепропетровска, из Харькова. Вот это, собственно говоря, те, которые были у нас и на прежнем фестивале. И единственный новый, я, к сожалению, не помню фамилию, сейчас не могу вам сказать, будет из Харькова преподаватель Харьковского университета культуры и искусств, вот, который, ну, он хочет познакомиться с жизнью нашего театра, потому что иногда туда забредают наши студенты получить свидетельство о высшем образовании. И человек захотел узнать, откуда же они происходят, что такие туда приходят. Ну, достаточно много людей там у нас работает. И сейчас поступила такая Екатерина Богданова, я с ней очень плодотворно работаю. Она недавно поставила спектакль самостоятельно «Гарнир по-французски». И я вам скажу, что человек, не имеющий специального режиссерского образования, сделал достаточно такой вот хороший шаг в режиссуру, доказал, что он понимает, что такое работа режиссера, и я настоятельно порекомендовал ей, говорю, давай пробуй себя, поступай. Она поступила учиться, я говорю, ну давай тогда педагогов своих приглашай в жюри, чтобы они знакомились ближе с театром. И там Женя Олейник закончил это учебное заведение, он уже получил диплом. Так что мы пытаемся налаживать отношения, ну, как бы, с теми людьми, которые могут нас подпитывать. И мы будем подпитывать их кадрами, они будут подпитывать эти кадры знаниями и теорией, то, что у нас, в общем-то, достаточно сложно. Ну, не доходят руки до этого, мы все-таки практикой занимаемся. Вот. Ну що ж, і на час нашого ефіру вже вичерпано, і хотілося побажати, щоб фестиваль цей пройшов вдало, а наступний ще більш вдало. Спасибо, если нам дадут это проводить, мы с удовольствием, это наша работа, это наша гражданская позиция. Дорогие николаевцы, приходите, мы ждем вас. Наши двери открыты и сердца открыты для вас. Отже, це була програма «Гаряча лінія» і наш гість Микола Кравченко, художній керівник Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру. На завершення передачі бажаю вам успіхів і приємного продовження цього вечора. Лишайтеся з нами. До зустрічі!